утро, любимые мои. Так, все. Я навела порядки в квартире, сходила в ванную, приняла прекрасную ванную, сделала масочку. Я сейчас собираюсь, буду крутиться, краситься и маска. Заполнила резюме, выбираю сейчас подходящий вариант. Плюс сейчас буду анкету заполнять по поводу королевы Украины завтра в 16:00. Что еще хотела сказать? Хотела сказать по поводу сообщений. Я вас всех люблю. Тёма, спасибо всем большое. А мы не забываем, что здесь, на этой странице, у меня всякий шелак мой любимый, грязь. В том плане, все как вы не любите, ненавидите все. Рай хейтеров. На Леночка Инстагел, а Елена Баранова, там уже адекватные посты, адекватные мысли, ну и прекрасная жизнь. Хотела еще сказать, вы такая вообще красотка, хотела сказать, что сейчас накрашусь, приду в порядок и скажу уже красивое вам. А пока, видите, у меня порядок. И вижу цель, не вижу препятствий. Ай, дрымай. Не рожда, правильно. Мам, люблю вас, мои люди всегда со мной. Да, одела купальник, примеряю корону, ленточку, туфли, готовлюсь к завтрашнему отбору королевы Украины. Вижу цель, не вижу препятствий. Считаю, что пора идти к достижению цели. Так что фигура, я думаю, что достаточно. У меня уже хорошие волосы. И, в принципе, я счастлива. Питаться будущей королевы Украины. Супчик домашний, который мама приготовила. Так что... О, домашники, все помнят? Гречечка, как мы ели в детстве. Я помню. Мама вдох-выдох, ее раздражает, когда я сторисы снимаю прямо эфира. Ну, Музовой мамы тоже раздражала, она привыкла же. Я же ее не снимаю, правильно? Так что вот так ем домашние. Наслаждаюсь жизнью, жду завтрашнего дня. Буду забирать корону. Так, любимые мои, пишите мне сюда, пожалуйста, все сообщения, все, на эту страницу.